Это? Мне Мартен отдает, у меня в голове из-за психов такая хуйня постоянно происходит. Я тебе говорю, у меня скоро какой-нибудь микроинсульт или инсульт случится от этого. Прям чувствую, что по пизде все пойдет скоро. А что? На. То. Играй в карты. О, ничего. Доброй ночи. Кое с кем. Обычно выглядишь потрясающе, спасибо. Не, мне кажется, у меня такие глаза уставшие. Ты без фильтра, красотка, спасибо. Так, я беру. Так, нифига себе. Хотя ты сидишь с козырным тузом. Вита. Ходи. Чего все молчим? А ты так мало народа. Если выиграешь, дай кое-кому леща за его поведение. Аня Брянская возвращается. Да. Сколько стоит у вас сторис реклама? Напишите мне в личку, вам ответит менеджер, потому что на такие вопросы мы не отвечаем. Мы не знаем. Че я честно играю? Брянская, если ты прощаешь. Не возвращается? Надеюсь, Господь ебал, приехал уже старый учить на опасения. Брянска не возвращается. Лен, как зовут твоих деток? Кирюха, Александр и Ева. А чё она не возвращается? А где я его видел? Он такой. Он же задуваем, мучает опять обратно. Такой он, блядь, жест, чел вообще. Да, она с ним будет. С кем играете? С бывшим. Мерзкое название. И твой будущий, блядь, и единственный. А я была уверена, что Адеев привезет ее, если честно. Он же не мог наврать, что она ему вчера говорила. Или мог? Вообще, приехала Юля, когда-то была в админке. Я рассказала историю, никто ничего не понял, но из ее слов можно собрать то, что Кадони звонила этой девке, и она сказала, что Адеев все наебал. Типа она вообще не была с ним вчера, не целовалась. Типа из клуба ее чел забрал. Нет, они целовались, даже фотки есть в интернете. Значит, то ли Юль что-то не поняла. Ну, она помирилась с бывшим? Я не знаю. Кирилл, перестань его мучить. Что такой дебил, блядь? Почему не возвращается? А кто его знает, еще непонятно. Мам. Надо на табличку срочно.
Нет, это нельзя. Йогурт будешь? Мелеку, но. Попозже, ребятки, зайду. Мелкого пойду ложусь.